останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа, только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке... Пытался... объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но... связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого.